В Ярославле еще не во всех дворах завершены ремонты. Претензии заказчика к полусотне территорий. Это касается качества асфальта, бордюров, а также неубранного мусора. В департаменте городского хозяйства заверяют, пока остаются замечания, работы приняты и оплачены не будут. Есть и такие дворы, куда вообще не ступала нога подрядчика. Их порядка 15 во Фрунзенском и Заволжском районах. Сейчас заказчик требует от дорожников поторопиться и завершить работы. Если брать второй этап реализации программы, то из 60 семи дворов на сегодняшний день было сделано порядка около где-то, наверное, 50-53 дворов. То есть сейчас вот даже сегодня работы ведутся, потому что как бы погода, температура позволяет. Но опять же повторюсь, при отрицательной температуре работы будут все остановлены. У нас такие есть опасения, что при отрицательной температуре подрядчик может не успеть закончить все дворы в городе Ярославле. Вот. Ну пусть он лучше, на мой взгляд, не сделает дворы, чем мы очередной раз будем пытаться укладывать снег. То есть агентство некачественные работы принимать не будет.